Вопросы сбора, утилизации и переработки использованных батареек и аккумуляторов очень актуальны в настоящее время. Только в Казани уже установлено 30 специализированных урн для сбора использованных батареек. Такие контейнеры находятся в крупных торговых центрах и высших учебных заведениях Казани. Их также можно найти в Казанском федеральном университете. Чтобы подчеркнуть важность сбора использованных батареек, добровольческий клуб Казанского федерального университета решил запустить экологическую эстафету «Разрядка». Да, данная акция является общеуниверситетской, поэтому все институты участвуют в данной акции. И что примечательно, что идет очень активный сбор батареек в каждом институте. То есть студенты достаточно активно приносят использованные батарейки в свои институты. Принять участие в этой эстафете легко. Нужно просто сдать использованные батарейки в своем институте. Победит тот институт, который наберет наибольшее количество батареек. Конкурс продлится до 23 апреля. В этот же день организаторы подведут итоги и наградят памятными призами институт-лидер, а также самых активных участников эстафеты. Аделя Хасанова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.